что ты там пялишься? Зай. Полность мы пьем, прошлым дням наш почет. Скоро век произвола совсем истечет. Ты тут новичок, так что на первый раз прощаю. Но лучше не зли меня. Нужно что-то? Фэндл думает, что может увести у меня Камилу Валерию. А я меж тем ему не раз говорил, что она уже моя. Камила Валерия знает, что во всем Ривервуде ей не сыскать парня лучше меня. Эльф льстит себе, если считает, что она выберет его. Я-то видел, как он крадется к ривервудскому торговцу, чтобы поболтать с ней, когда меня нет рядом. Зря только время теряет. Может, твоя правда. Возможно, она на Фэндала смотрит скорее как на друга, но к чему рисковать? Вот, передай Камиле это письмо. Там всякие мерзкие глупости. Скажи ей, что оно от Фэндала. Неужели? Так значит, моя матушка не выжила из ума? Лучше расскажи об этом ярлу Вайтране. Он должен об этом узнать. До встречи. Вообще, Ривервуд даже ничего. Для нордской деревеньки, конечно. Я покажу тебе то, что знаю. Что задумал этот пустомеля на сей раз? Значит, он хочет настроить Камиллу против меня. В эту игру можно играть вдвоем. Вот, передай это письмо Камилле и скажи, что оно от Свена. Посмотрим, что она скажет, когда прочтет. Славного денька. То, что коготь вернулся на свое законное место, много для нас значит. Благодарю тебя. Ты о чем говоришь? Ну и ревнивый идиот. Думал, что сможет мной манипулировать и заставить отказаться от Свена? Спасибо тебе за правду. Поговори со Свеном. Я уверена, что он тоже захочет сказать тебе спасибо за защиту его чести. Чего тебе? Послушай лучше моего сынка Свена. Он поет в таверне почти каждый вечер. Чем могу помочь? Ты вроде бы издалека идешь. Наверняка можешь рассказать о дальних странах и поделиться парочкой новых историй. Очень рад это слышать. Отличная работа. Думаю, я могу поделиться с тобой своим золотишком. Мне в таверне перепадают чаевые. Ладно,
Это тут просто так валялось? Удачная находка. Хранят тебя боги в битвах, друг. Вообще-то да. Как ты думаешь, сможешь выковать железный кинжал? Вот все необходимое для работы. Приступай. Угу. Напоминает мои первые опыты в кузнечном деле. Если тебе нужно что-то простое и надежное, Неплох, но туповат. Не хочешь его заточить? Тебе понадобится кусок металла и точильный камень вон там. Ладно. Нужен новый клинок? Неплохо. Всегда ухаживай за оружием, и когда придет время, оно тебе отлично послужит. Хочешь еще мне помочь? Может, поучимся изготавливать броню? Начнем с выделки кожи на растяжке. Ага. Бери, что тебе нужно, друг мой. А, хорошо. Кожа много где используется. В лямках, креплениях, застежках и так далее. Посмотрим, сможешь ли ты изготовить сыромятный шлем. Вот остальное, что тебе понадобится. Ага. По большей части железа и сталь. А может, если покопаться, и парочка этих чудных эльфийских штучек отыщется. Мне впору нанять тебя в помощники. Давай его чуть-чуть подгоним. Тащи кожу к верстаку. До встречи. Нужен новый клинок? Да у тебя талант. Продолжай оттачивать свое мастерство, и со временем станешь отменным кузнецом. Оставь кинжал и шлем себе. И поминай меня добрым словом, когда будешь ковать в небесной кузнице. До встречи.
Бери, что тебе нужно, друг мой. В пределах разумного, конечно. Государственное дело. Иди своей дорогой. Гражданский, я тебя предупреждаю. Здесь вершатся государственные дела. Thank you.
Сражайся с нами, и тебе будет чем похвалиться. Приходи в Йорваскар. Смотрю, если ты хочешь. Ладно, с этим разобрались. Приходи в Йорваскар. Без тебя. Станешь соратником. Ха, все молокососы вечно ноют. Слава ждет только победителей. А соратникам слава всегда достается нелегко. Ты не отсюда, так? Не приходилось слышать о соратниках? Орден воинов. Мы братья и сестры по доблести. Мы приходим на помощь, если плата достойная. Не мне это решать. Тебе нужно поговорить с Кодлоком Белой Гривой в Йорваскре. Старик в людях разбирается. Посмотрит тебе в глаза и скажет, на что ты годишься. Если пойдешь к нему, удачи. Я хочу помочь. Кровью сегодня тянет. Нас ждет добрая охота. Смотрюсь, не занимать. Приходи в Йорваскар, станешь соратником. Хочешь поговорить со старой женщиной? Сделать свое доброе дело на сегодня. Мы с моей подругой Мавин. Ты же знаешь Мавин из Рифтина? Так вот, мы знаем свое место в этом мире. Знаем места других. Стой! Из-за драконов город закрыт. Проход только по официальной надобности. Ладно. Но смотри у меня. Говорят, на Хелген напал дракон. Если такое чудище явится сюда, мы будем готовы. Мы заплатим любую цену, но нам необходимо больше мечей для имперских солдат. Одна я с таким большим заказом просто не справлюсь. Почему бы вам не усмирить свою гордость и не обратиться за помощью к Йорлунду Серой Гриве? Ха! Да я скорее склонюсь перед Ульфриком Буревестником. Да и не станет Серая Грива ковать мечи для Легиона. Будь по-твоему, я возьму заказ, но не жди от меня чуда. Если хочешь чего прикупить, у меня есть тут пара вещиц. Да, приходится, если я хочу когда-нибудь сравняться в мастерстве с Йорлундом Серой Гривой. К слову, я только что закончила свое лучшее изделие. Я выковала меч для Ярла, Балгруфа Старшего. Это сюрприз. Даже не знаю, примет ли он его, но... Слушай, тебе не трудно отнести этот меч моему отцу, Провенту Савиничи? Он управитель при Ярле. Он найдет момент, чтобы преподнести подарок. Спасибо.
Если что понадобится, загляни в магазин. Что скажешь? Надоедает и слоняться вокруг и болтать языком. Я работаю на билетора, в лавке помогаю. Олфрид, покровитель великого клана сынов битвы. Я работаю с мамой. Фрукты, овощи продаем. Работать, в общем, весело, но и на... А знаете, что некоторые фрукты и взаправду лучше растут там, где холод? Что тебе нужно? Приветствую тебя. Посмотри, что у меня есть. Наверняка ты найдешь то, что ищешь. А если нет, может, это найдется на складе. Все продается, дружок, все. Ха, была бы у меня сестра, вмиг бы ее продал. Необычно, скажем так, с учетом всех обстоятельств. С одной стороны, припасы доставать сложнее, поскольку торговцев на дорогах все меньше. С другой стороны, дефицит припасов привел к, скажем, небольшой инфляции. Самое главное, что у меня есть то, что тебе нужно. И мой товар стоит своих денег. Побрякушки, всякая всячина и прочие безделицы. Заходи еще. Я прямо за тобой. What do you want me to carry? Let's get go. Готов. Погляди. Помни, я не я. Я тебя... What do you want me to carry? Веди. В общем, ты... Побрякушки, всякая всячина и прочие безделицы. Thank you.
Что ты там знаешь? Ничего ты не знаешь, что значит бороться и страдать. Ничего? А как же мой сын? А как же Торрель? Он что, совсем никто? Вот и не говори мне о страданиях. Твой сын сделал свой выбор и выбрал не то. Вот и погиб. Это война. Чем скорее ты смиришься, тем лучше. Я никогда не смирюсь. Мой сын жив. Сердцем чувствую. Так скажите мне, дети битвы, где он? Где вы держите моего Торрельда? Угостите себя и близких. Посмотрите только на эту дуру. Нежнейшим мясом держит его? Ну да. Он у меня в подвале. Держу его там в цепях. Когда до тебя допрет, корова? Умер твой несчастный сын. Умер. И умер он смертью предателя, бунтовщика. А ты? Ты лучше помалкивай. Если не хочешь того же для себя. Пойдем, отец. Здесь больше не о чем говорить. Заходи. Дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится. Или просто присядь у огня, а я пришлю к тебе кого-нибудь. Если ищешь работу, советую поговорить с Хульдой. Садия, вставай, милая. Да, иду. Хочешь выпить? По-разному. Хочешь есть, пить и то, и другое? По-разному. Хочешь есть, пить и то, и другое? Ладно тебе, хватит уже вопросов. Работа мне не в тягость, но я уже подумываю отойти от дел. Может, продам заведение Изольде. Ладно, чего ты хочешь? Наверняка ты уже знаешь про Златолист. Здоровенное дерево, все обгоревшее посреди ветреного района. Это святыня храма Кинарет. Люди хотят, чтобы Даника что-то сделала с этим безобразием. Но ума не приложу, что тут вообще можно сделать. Люди говорят, он что в Рифтоне есть кто-то, кто может изменить твое лицо, заставить тебя выглядеть совершенно иначе. Но вдруг ты в это веришь? Как лютик паник, он услышал мотивы на поговаривают, будто соратники в Йор-Васкре набирают воинов в свои ряды. Что ты мед здесь наш пьешь, нас довольно, готовься, сейчас ты умрешь. Если что еще нужно, обращайся. Если хочешь еще обратись к Хульде. И унял с тех пор. Я ничего. С разбойниками я еще могу справиться. Но теперь вон и драконы объявились. Как по мне, так мир сошел с ума. Скажи спасибо, что ты в городе, а не в Ривервуде где-нибудь. У этих бедолаг даже стены нет. В чем дело? Я знаю, что честь твоей семьи важна для тебя, но мы просто не можем себе этого позволить. Я несколько недель искал логово этих воров. Я не могу отступиться, но не могу и вернуть меч в одиночку. И ты готов обречь жену и дочь на голодное существование, чтобы вернуть себе какой-то старый ржавый меч? Всего-то надо нанять одного человека. Ну, пускай двух. Ты не будешь голодать. Говорю тебе ясно и четко. Выбирай, меч или жена. Если ты выйдешь за ворота, то меня ты больше не увидишь. Не хочешь податься в наемники? По-моему, дело как раз... Сафир? Подожди, я... Иногда я скучаю по солдатской жизни, но когда беру на руки дочь, то понимаю, что сделал правильный выбор. Сапфир не нравится, что я слишком много времени трачу на поиски отцовского меча. Он кормил всю семью на золото, которое зарабатывал этим клинком.
Я не позволю такой реликвии пылиться среди трофеев какого-то вора. Я знаю, что он у шайки бандитов, что орудуют поблизости. Но я не опрометчив. Нужно обращаться к страже Вайтрана или к соратникам, чтобы добыть меч. Не знаю, зачем я это говорю, но если ты найдешь его, я буду тебе благодарен. Нет, как и ты, не правда ли? Нет, я Редгард, а моя семья вообще иссиродила. Но я из дома ушел совсем молодым. Вот с тех пор странствую. Если найдешь меч, принеси его мне, пожалуйста. Нашу веру. А что завтра? Что? Эльфы займут ваши дома, лишат вас достатка, отнимут ваших детей, вашу жизнь. А что? Делает империя. Ничего. Нет. Хуже, чем ничего. Имперская машина пляшет под руку Талмана. Вот заработаю деньжат на торговле с каджитскими караванами и выкуплю у Кульды горцующую кобылу. Да, каджиты зарабатывают, путешествуя по миру и торгуя своими товарами. Не просто это, наверное. В Скайриме жить нелегко даже тем, у кого есть крыша. Что печально, никто не хочет видеть их в своем городе. Никто их не доверяет. Они были честны со мной, насколько я могу судить. А Норд обман всегда распознает. Перед тем, как мама и папа умерли, я им пообещала, что когда-нибудь стану лучшей торговкой в Скайриме. Я встретила одного караванщика, Мадрана. Он сказал, что поможет мне начать свое дело, если я принесу ему бивень мамонта. Вот только попробуй найди этот бивень. Ты это сделаешь? Если найдешь, я смогу поучить тебя торговаться. Это тебе очень поможет в жизни. Прощай. Что за бесцеремонность? Ярл Балгруф не принимает посетителей. Ну тогда понятно, почему стража тебя пропустила. Идем. Ярл хочет лично поговорить с тобой. Так значит, ты свидетель нападения на Хелген. И там действительно был дракон. По имя Исмира. Айрилет была права. Что скажешь теперь про Вентус? По-прежнему будем надеяться, что стены защитят нас от любой беды? Даже от дракона? Мой господин, нам немедленно следует послать войска в Ривервуд. Если этот дракон прячется в горах, они в страшной опасности. Он решит, что мы переметнулись к Ульфрику и пошли на него войной. Довольно. Нам не следует. Я не намерен сидеть сложа руки, пока дракон жжет мои владения и убивает моих людей. Арилет, немедленно направь отряд в Ривервуд. Да, мой ярл. Прошу меня простить, я вернусь к своим обязанностям. Это будет лучше всего. Молодец. Весьма разумно с твоей стороны было проявить инициативу и найти меня. Вайтран у тебя в долгу, и я этого не забуду. Вот, прими этот скромный дар в знак моей признательности. Ты еще кое-чем можешь мне помочь. Для этого пригодятся, наверное, твои особые дарования. Идем, найдем Фаренгара, моего придворного чародея. Он занимается вопросами, связанными с драконами и слухами о драконах.
Фаренга. Я нашел кое-кого, кто поможет тебе с изучением драконов. Давай, расскажи ему все подробности. Так Ярл думает, что ты мне пригодишься? О да, он, должно быть, имел в виду мое исследование драконов. Да, мне нужна помощь, чтобы кое-что добыть. Ну, когда я говорю «добыть», я имею в виду полезть в опасные руины в поисках каменной скрижали, которая, может быть, там лежит, а может и не лежит. Сразу к делу, да? Никаких «зачем» и «почему». Мне это нравится. Пусть умники мучаются всякими вопросами, верно? Я узнал о некой каменной скрижали, которая хранится в храме холодных водопадов. На этом драконьем камне, говорят, есть карта с могильными курганами драконов. Иди в храм Ветреного пика, найди эту скрижаль, она, скорее всего, в главном чертоге, и принеси ее мне. Все просто. А, драконий камень из храма Ветреного пика. Он у тебя. Ты из другого теста, чем все эти дуболомы, которых мне присылает Ярл. Здесь твоя работа заканчивается, а моя начинается. Работа ума, которую, увы, недооценивают в Скайриме. Подожди меня. Фаренгар. Фаренгар, ты нам нужен. Неподалеку видели дракона. Ты там тоже понадобишься. Дракон? Поразительно. Где его видели? Что он делал? На твоем месте я бы вела себя посерьезнее. Если дракону вздумается напасть на Вайтран, не знаю, сумеем ли мы ему помешать. Пошли. Меня раздражает бездействие. Мы должны задать Жану ультиматум. Да, мой господин. Расскажи ему то, что ты говорил мне про дракона. А, ну да. Он летел с юга очень быстро. Никогда не видел, чтобы кто-то двигался так быстро. И что было дальше? Он напал на дозорную башню? Нет, господин. Когда я убежал оттуда, он летал над ней кругами. Никогда в жизни так быстро не бегал. Ой, я думал, он точно кинется за мной. Молодец, сынок. Дальше мы справимся сами. Ступай в казарму, поешь и отдохни немного. Ты это заслужил. Айрилет, собери-ка стражников и приведи их сюда. Я уже приказала своим людям построиться у главных ворот. Отлично. Не подведи меня. Нет времени на церемонии, друг мой. Мне опять нужна твоя помощь. Я прошу тебя пойти с Айрилет и помочь ей в битве с драконом. Тебе удалось пережить Хелген, так что у тебя больше опыта в этом деле, чем у других. Я не забыл, что тебе удалось добыть для Фаренгара драконий камень. В знак моего благоволения я разрешаю тебе приобретать дома в городе и уже отдал соответствующее распоряжение о Виниче. И, пожалуйста, прими этот дар из моей личной оружейной. Мне бы тоже стоило пойти. Я очень хочу посмотреть на этого дракона. Нет. Вами обоими я рисковать не могу. Без тебя здесь не обойтись. Ищи способы, как нам защитить город от драконов. Так точно. И последнее, Айрилет. Я посылаю тебя не на смерть и не за славой. Мне надо знать, с чем мы имеем дело. Не тревожьтесь, господин. Я буду воплощением осторожности. Я служу управителем у Ярла Балгруфа.
От Адрианы? А, это должно быть оружие для Ярла. Бедная девочка так старается проявить себя. Я преподнесу его Балгруфу, когда он будет в настроении. Спасибо. Пожалуйста, возьми эти деньги в награду за услугу. Надеюсь, тебе понравится в драконьем пределе. Помоги Ариэлет убить этого дракона, пока он не напал на Вайтран. Нельзя терять времени. Благословят тебя боги, и пусть земля содрогается под твоими шагами. Чтоб эти серые гривы в Обливион провалились, распутались с братьями Бури, то получат по заслугам. Mm-hmm.
детстве мы с Авельстейном Серой Гривой дружили. Но если я увижу этого предателя, лично его в тюрьму брошу.